Ребят, хотите обезопасить свое имущество, дом, дачу, квартиру, машину? Тогда эта информация будет полезна именно для вас. Я долго выбирал систему видеонаблюдения для охраны своей машины. Я остановился на компании «Безопасный Екатеринбург». Опытные специалисты подобрали комплект видеонаблюдения, подходящий под моим запросом, и доставили его в кратчайшие сроки. В компании большой выбор и низкие цены. Всю интересующую вас информацию вы можете получить по телефону. Номер телефона и ссылки компании «Безопасный Екатеринбург» я оставлю в описании. Бонусом для моих подписчиков будет скидка на приобретение оборудования. Ребятушки, всем привет! Сегодня Антошка с нами. Просили по многочисленным заявкам. Всем привет, ребят. Приехали в детский дом. Обувку привезли. Ох, ребят. Ох, ребят. Так, ладно. Увидите удочки. На рыбалку сегодня пойдем. Ребят, 7 пар обуви купили. Любимая, тебе спасибо. Денис, дружище от души. Ребята, всем спасибо вообще, кто помог. Всем огромное спасибо. Благодарность, ребят, большая. Ну вот, все, на лето обули, ребят. Что, итого получилось у нас 20 пар обуви. Даже чуть побольше там до этого покупал. Так что, идет сегодня Антоха, что такой грустный, блядь. Хули, давно не видел бомжиков, так хоть увидит. Так что рыбалку сегодня, ребят, устроим. Ебалка, чуть не кучи. Здравствуйте. А что, никого нету? Что? Никого нету. Все. Павел, хоть сам за пульт садись. Здравствуйте. Есть кто живой? Может, пожарную сигнализацию включить? Всякие грамоты. Здравствуйте. Так вот, ребят, видите. Здравствуйте. Ну что, где пропали-то? Ищем. Так, да нет, не сюда, вы обувь детям новую унесите. Да ладно, сейчас. Не сюда все это пропадет. А то вы уйдете и все. Давайте, до свидания. Все, ладно, пожалуйста. Так что видите, Тохи даже купил кроссовочки тоже. С ваших денег. Да шучу, ребят. Ну все. Поехали мы за рыжиком, пыжиком, нахуй. Сейчас машину еще поменяем. Там Антон говорит, блядь, не привык на хороших машинах ездить, лучше говорит, на наши советские, нахуй. Все, и поедем, рыжика заберем. Пыжик, ох ты, блядь, чуть не упал. Дедушки, ну что, приехали к дедушке, нахуй. А там уже бабушка вместо дедушки стоит, ждет, нахуй. Так, что есть? О, рыжик, пыжик, здесь уже, смотрите, падла, не звонил мне. Ты что, один, что ли? А? Сыка. Ну что, прыгаем по колю... Не, с другой стороны, дверь не работает, нахуй. Не откроешь, нахуй, рыжик. С той стороны залазь, нахуй. Ты че с машиной? Да ты, сука, не ремонтируешь, никакой паскудник, блядь. Паскудник, блядь. Стоит рыжик, пыжик, нахуй. Дядя, ну, же. Че, дядя Вова, как у тебя дела? Выше крыши. Выше крыши, да? Рыжик, здорово. Здорово. Это, сука, рыжик, пыжик. Знал, нет меня. Как это зовут? Мишка, скажи. Мишка, нет, блядь. Нет, Тоха. Я говорю, что, они пудрые даже, блядь. Он раз Мишку Тоха назвал. Ну че, рыжик? Как у тебя дела-то, блядь? Дедушка на супер, что ли, тусуется все? Как видишь, если бы в городе, он уже здесь был. Ну ладно, что, поедем, бульдога поищем, потом до деда съездим. Хочу. Че? А, у меня все, к завершению идет беседка. Да, беседку покажешь потом? Ну что? Все, хуй. У меня на телефоне нету фотоаппарата. А ты че, блядь, паскудник, не позвонил мне, я тебя жду, блядь. А где, у меня денег нету, сеструхи на уши? А, блядь, сыка, рыжик паскудник. Там у меня с утра планшет, мне там рыбалка, а не, у пацану в этом телефоне сидит, рыбачит. Рыбачит? Но, она же у меня рыбалок, эти игры там, блядь. Это рыжик паскудник домашний стал, блядь, игры, блядь, играет нахуй. Даже столько не здоровается, блядь, вот, сука, паскудник. Все, ребят, поехали бульдога искать, так что, блядь, не переключайтесь. Нахрен мне эти машины. У меня есть кому заниматься машинами. У меня черт, не машина, а ты не занимаешься. А, блядь, вот так вот нахуй, ребятушки. А потом поедем на речку, посидим, порыбачим, нахуй. Вова расскажет анекдот свой опять знаменитый, длинный, нахуй. Устроим опять клуб «Белый попугайчик», нахуй. Так что, ребята, не переключайтесь. Ямба. О, Никола, блядь. Ебать, нахуй, ребята. Банда, блядь, в сборе, нахуй. Банда, ну, блядь.
Это где? Никола, живой нахуй? Ну, нет. Сейчас. Там никто не видит. Бульдог! Стой здесь. Комар, блядь. А, там это Ленка стоит, которая может. А, которая не хочет. Дед, блядь, смотри. Дед! Старый, ты чё там, блядь? Охуеть! Банда, блядь. Нихуя не, блядь, собрались. Порядок, пусть там, нахуй, попрятались. Сука, блядь. Увидел, блядь. Скажите, диджей, нахуй. Никола Питерский, блядь. Здорово, нахуй. Паша, ваши чаи, вы к тому голубу приезжаете. А где голубь-то где? Так я вас ищу, ищу вас, нету нихуя. Комар, здорово. Здорово, здорово. Здорово, Гагарин. Мы голубу. Дед, а ты чё здесь, мы ЛДПРщик, блядь, хуй. Здорово, блядь. О, блин. Всем привет. Как дела у тебя, нахуй? Зачем, блядь, не у Светки, блядь? Кто? Ты. Я на другой день. А где Светка, нахуй? Хуя. Дома? Здорово. Вы с Серёжкой? А, не сошлись обратно, достань, да? Пузырёк-то хоть под сиденьем, блядь. Пускай пацаны за встречу. А все, Светка, скись опять, что ли? Ну. Да? Я на другой день. Все пропали, да мы тебя ищем, ищем, блядь, вас хули нет. Я вчера гулял, нахуй, по городу. А где Валентин, нахуй? Я тебе... Тоже пропал. Сара пропал. Я два сместителя нашел. О, спасибо. Давайте, открывайте. Он домой, нахуй, сейчас это. Ну, открывай, открывай. Дедушка, ты что, в кустах, что ли, сидел здесь? Да, сидел. А что ты туда не ходишь? Бля, ЛДПР, сука, вот пропагандируй, блядь. Там это... наркоманы. Где? Там. В бункере, что ли? Да. Там такой свинарник, пиздец. Так они там... Я сегодня залазил. Пятером там они там хуярят. Нет. Прям поэтому что? Тебя хоть не подсадили, блядь? Да нахуй. В повене, что ли? Его жили... Его жили... ЛДПР, нифига, я не обратил даже внимания. Блядь, тебя как делать? Это, а что там, Ленка сам же? Мы только встретили. А бульдога-то видели, нет? А, так это пыхащики. Он пропал. Не, он был, блядь, был в прошлом. Это пыхащики. Когда? Пыхают. И эти кто там. Да не наркоман. Давай не наркоман. Не микрофон, нахуй. Не микрофон, нахуй. Блядь, а так однако. Где ты сейчас, видишь, блядь, какой, блядь, пропагандирует. Чё, бульдог, наверное, у этого, у голубя, нахуй. Кто? Бульдог-то. Бульдог, сейчас посмотрим, что. Ну, мы голубя еще не видели. Нет, блядь, телефон сюда. Чего телефон? Бульдога не видели, что? Да его дня два видели, он с этой был. С кем? С Танькой, что ли? Не, это... Светкой? Плохо было говорить. Светка. Светка и это, как она? Танька. Танька. Они сидели это... Втроем, что сейчас живут? И вот, бля, киса, ребята, паскудник какой, блядь, троим, тремя же. Был с ними. И киса, и Андрей. Сиков, да. И Сиков, да. Четвером они были. Блядь, нихуя, они там шведская семья, блядь, дед. Да пиздец, да, нахуй. Там барда. Санта-Барбара, нахуй. Я хоть там прибрался немножко, надолго нет. Там их, бля, хорошо, дед, блядь, тебя увидели, вообще поехали до 101, блядь, тебя бы, блядь. Ну, а мы думали, ты там, а нахуй? Нет. Вот, сука, блядь. Здесь. А Никола, бля, как кроссовочки какие-то пошорканные, блядь. У Гагарина мокасины, блядь. Все, блядь, лыжа, блядь. У меня там тоже пошорканные. Дед, блядь, тебе говорят, тебе не жарко, блядь, в свитере, нахуй? Это не свитер. А что это? Футболка. Футболка. Нихуя себе футболка, блядь. Чё? Даже комар, блядь, хуел футболка. Да, футболки, прихуел, блядь. Кого она? Хуя футболка. Ну, говори, рыжий. Вот это, блядь, охуел. Рыжий, он ногтем своим, блядь. Раз раз пощупал футболку, нахуй. Да я сегодня в бане побрею. Побреешь? Как я, блядь? Я еще в бане собрался. Иди, говори, что сделаешь. Да, хули, он же... Он же сейчас домашний, хули, рыжий-то. Он не бомжует сейчас. Он сейчас дома живет. Ты где загорел, Никола, блядь? Я? Скажу, не поверишь. Говори, поверю. В рабство забрали, что тебе? На Кубанке, блин, поле, блин. А ты тоже с бульдогом, что ли, поехал? Вместе, он же... Чё-то я намазал, блядь. Там ты с баламутью. Типа заработал, что ли? Кого? Не, типа, чё он? Я понял, а чё? Хлеба, вы вдвоем поехали или ещё кто-то поехал? Ну, он же меня с баламутью здесь на трубах. Поехали, поехали, блядь. Картошку собирать или чё? Навоз этот. Коням, а коней говно, блядь. Как его, перегнуть-то это, на поле. И что, заебись. И, а как ты съебался-то? Они нас привезли, мы сюда туда, как раз они на Рихтинске нам, им на что-то съездить. Ну, на газели нас погрузили, мы сюда туда. Еле уболтали их, нам мы давно асбест не видели. Прогуляемся и обратно придем. Ебать надо было. Нас привезли, но только высадили мы. Они уехали, мы ноги в руки, нахуй. Один туда, другой туда.
Поймает, потом все посадят нахуй. Комар, ты тоже соберут нахуй, вы аккуратно хоть. Вы хоть кучей ходите, блядь. По одному-то не ходите, блядь, то, сука, по одному-то вы везут вас нахуй. Покурите. Это, сука, работники, блядь. Батяга, покурим. Да покурим, покурим, че. О, блядь. Нихуя, я закурил такой заработок, не, ну и нахуй. Че они платили-то хоть? Вообще ну, нихуя. Вообще, ну, это, ну, а цыгане или что? Цыгане, да? Паша, туда приезжал три раза какой-то. 063. Волтавский край. Ой, бля, я кто-то мне говорил. Волтавский край. Еще не лучше, блин. Заехать туда, блин. Смотри, нахуй, везут. Вот Пашка говорил. И что это? Пешком уже до хуя делов дойти, бля. И все, Николай, знаешь, ты сбежал тоже из Ростова, нахуй, да? Ну и нахуй, больше никому не советую. Да их забрали, Никола тоже, блядь, с бульдогом. Тоже что, опять что? Не, зачем, вот они сбежали. Живешь, нахуй, нужно это все работу, нахуй, все эти, блядь. Ну, блядь, ты, сука, блядь, бомж, блядь. Я понимаю, там, блядь, тоже подошел мужик, надо с квартиры мешки вынести. Сколько? Пятихатка. Сколько мешков? Балмутил, сихов. Погнали. Вынес. Поехали, там кормят, ты понял, ты понял. Поехать куда-то, что-то. И нихуя, что? Сюда захуй, да тебе привезу. На парапет, мы съездили, пошла работа. Ну, вот, фамилия, мясо, как мясо, курица там. Блин. Как на мира, нахуй, мужик? Пузырь, я иду, двоих, у меня мешок, короче, там, ну, желтая, хуёвая, провода, ну, блядь. Переночевали, муж, блядь, и опять на поле. Еще, ну, разведенного, блядь. Проебашили я там. Я пиздую, вот нахуй, до бункера. А вот где-то, знаешь это? Да мягкие. Приехали, нам не пузыря, нихуя, блин. По тебя еще я один мужик. Вот, блядь. Куделька-то этот детский, так, ладно, перекусить. Я там один еще жил. С утра. Дублик по миру, нахуй. Такая хуйня каждую неделю. Че, мужик, хочешь заработать? Я компот. Но... Куда ты меня сбортал? Что делать, психолог? Да там 25 мешков. Поначалу-то хорошо. Так я тебе говорю, блядь, приманка эта. Я говорю, а че, сколько? Тебе примани. Бутылка. Понятно, что. Я говорю, годится, говорю, поехали. Ну вы съебались, да? Давай я тебе адрес не дал. 7-1, квартиру только не помню. Давай это, через часик подходи, и все. Где-то рот открыл. Мешок в сугроб замерз. Где-то рот открыл. И это. Заливает, ага. Вот он берет при мне, я захожу к нему в квартиру. Куда? Он берет при мне пятихатку. На Курманку надо. На Курманку? Цыгане. Боже, ты кирпичи. Да я бал, это ступей. Деньги твои. Да не ступей. Поедем к цыгане, ёптай. Цыгане, на воду таскать. Как это нахуй? Нихуя, я там неделю жил. Через день, говорит, надо. А, ты тоже жил, что ли? Не, он в ступей жил. Я говорю, что? Да, блядь, там не пожрать, нихуя. Поедем, а к цыганям поедем. Дед, тут тебя спрашивают. Любимый моя спрашивает, если тебе квартиру там на 101-м снимет, будешь жить? Не. А что? Ебалово там мне. Заброшенный край, хули. Это надо в город, нахуй. А что, в 101-м нормально? А что там? Ну, мусора-то нету, хули, как ты будешь. Надо, нахуй. Или, блядь, у этого, нахуй, как он, блядь? Кого? Ну, он сейчас, наверное, уже дровами-то не занимается. Что не пьют, как мужики? Он, да не пьют, блядь, что ты их спаиваешь? Я жил в правильно, не пейте. Серега, ты спаиваешь, блядь. Люди, блядь, не пьют, нахуй. Зелкова-то, рыжий сзади, домашний. Рыжий. А рыжий хули, он домашний вообще не пьет вообще хули, да? Сеструха соревнулась. Сука, паскудник. Я приехал, блядь, я ебашился, и начались концерты, блядь. Еще соседи, нахуй, соседи еще ночью разбудил. Дай сигарету, блядь. Вадик уже, ты же охуел. Я говорю, да курить хочу, хули охуел. Шувал. Блядь, больше не ходи. Кури, кури. Кури, кури, давай, кури, кури, блядь. Комар, блядь, кури, кури. А сам курит, да? Сам базарить мне, курить хочу. Это... Никола тоже был в рабстве, нахуй, да? А? Валентина-то нету? Пропал Валентин? Я вообще не знаю, куда вчера, он. Вчера я видел его. Живой? Да. Напротив этой поликлиники. Что, не халкай. Халкай, говорю. Да еще есть что дам вам, хули вы, блядь, пейте ебать. Вчера ну, а куда он видели? Пропал, интересно? Да? Валентин. Кто? Ну, да. Вот валят. Ну, он видел, комар, говорит, видел. Вчера, в третьей поликлинике, говорю, видели его. Че он там, в поликлинику пошел, что? Банки собирал, блядь, я банку выкинул из бачка, блядь. Он подходит к банку, давай, блядь, я говорю, что, блядь, ты что, нахуй, не видишь, что, блядь, я выкинул его, нахуй. Нихуя, блядь, Валентин, блядь. Из-под ног нахуй набирать. Блин, до банок этих, за одной банку лезь, блядь, хуй узнать, куда пойдем, к кустам, блядь. Блядь. Не лень, блядь.
Так видишь, ты Никола лентяй, бля, Валентин-то работяга, хули. Ты не работяга, что ли? Где лень за баночки? Где ты кепку-то такую взял, блядь? ЛДПР. Надо, блядь, тебе Павел Васильевич что-то сделать, блядь. Не ЛДПР, блядь. Ходишь, блядь. Жириновский. Мне похую, да. Что там ЛДПР и нахуй. Меня, чтобы это, солнце. Не напекало? Да. Нет, блядь, вообще зарос, блядь. Сетка, блядь. Не брила тебя, не стригла нихуя, нахуй. Да? Чего? Сетка. Она там... Толя, сходи за водой, принес. Заебал он. А хуй ты же сам по пьяни поехал туда. Я поеду, Светка, веселее жить. Нахуй поехал, блядь. Сам, блядь, пьяный, блядь, уехал. А потом еще... Хули, мы думали, свадьбу будем сделать, блядь. Нахуй, блядь. Че ты, блядь? Люди, блядь, деньги выкинули тебе на свадьбу, блядь. Ага. Жил бы ты, блядь, в мире, блядь, хули ты. Да нахуй. Че с молодой-то? Посмотри, все говорят, блядь. То, что молодые с пенсионерами живут ради денег. А ты, посмотри, бомж, она с тобой тоже жила, блядь. Это, блядь... Я с ней не жил. Ну, не, ну, неделю же жил же там. Блядь. Неделю жил. С ней не жил. У вас там любовь была, учили. Целовал там. Кома! Нет, ну стыд устал. Ты что, шлепал вообще? Да, да, блядь, как, блядь. Вообще, блядь, говорит, нихуя не было, блядь. Дед, блядь. Само смешно, блядь. Целовник, блядь, ебаный, блядь. Да, блядь, извращение с хуй. Ты что, сам говорил, то, что я все, я с ней буду по-любому. Это моя, все, это моя. Дед, блядь, решил молодость помнить, да? Я сегодня нихуя через эти трубы прохожу. Нихуя. Ну, хули, как ебешь, так и кормят, что? Вообще нету. Ну, так вот, вообще не ебешь и не кормят, блядь. Сухарика не было. Видишь, если бабу-то хорошо ебать, она тебя будет кормить и любить. Мясом будет кормить. Ну, он даже комар знает, да? Ебать, бабу будешь кормить будет. Ну, я посмотрел, ебаный. Блядь, они не кормят, голодный дедушка, блядь. Хуй тебе, не хлебушка, блядь. Рыбы, блядь, метая бы полмешка выкинули, нахуй. Курицы, блядь, тоже мотаться было. Все выкинули, нахуй. Никто не жрет, потому что никто не ебет кого-то. Сука, блядь, ну дед, блядь, сейчас бы жил бы, ел бы хорошо, блядь. Кого? Не знаю. Я ебал его вот этот. Штопик этот, нахуй. А хуй сам по пьянке урвался туда, блядь, вези нас, блядь, со Светкой, блядь. Сам, блядь, он же ломал. Сам рвался же туда. Ну, вези. Хули, съездил на недельку. Отдохнул. Ага, отдохнул. Поголодал, очищение организма сделал, блядь. Очищение организма, блядь. Вообще нихуя не ел. Он уже не ел пышку, блядь. Он, блядь, туда ездит, как в санатории, блядь. На голодовку, бля, лечебная голодовка, нахуй, да, дед? Вот в Чикане прожили, бля, заебали эти БПшки. Вас? Каждый день, ну, ладно, каждый, три раза, то один раз. Ну, я там буду. БП одно и то же. Ты пошел, что ли, уже? Ну, не такой один. Какой, нахуй, все, поедем. Самое дешевое это, бля. Я говорю, там буду. У меня уже все. А как ты, бля, здесь, блядь, оказался? Да я, хули, я на другой-то день уехал. Я думаю, ты-то, я сюда пойду. Да где нихуя, не ближний путь-то, бля, было туда идти-то. Так ты бы туда не приехал. Как не приехал-то, вон я оружие вот оттуда забрал же. Блядь, вот мужики не пьют нихуя, блядь. Пойду я, блядь, еще лимонад достану, блядь. Леха-то собирал себе позвонить, телефон потерял, ну, чтобы ты приехал на Курман. Я говорю, как ты? Я, говорит, договорюсь. Ну, я же там на камах-то сижу. Все, да. Паша, приедет, как приедет. Начали телефон искать. А я сюда пошел. Хуй, телефон ну, проебал где-то, блин. Ну, как ты звонить-то, я откуда и куда? А у вас сколько было-то? Ты, бульдог, еще кто? Двое. Двое? А, мы с ним здесь, на трубах. Мужик встретили. А что, деда не взяли, блин, с собой? Его не было. Может, сейчас ему... Дед не согласился бы? Дед, так он уже был. Давайте пейте хули, блядь, помчимся хули. Да, бульдог, бульдог надо найти, блядь. Да. Там ему в прошлый раз телефон подарили, он пропил его, падло. А, пропил? Ну, говорит, пропил, нахуй. Нихуя. Посмотрим. Это не сенсорный. Сенсорный. Вот он мне его показывал. А что он тебе зачем показывал? Где продать можно? Не, нигде продать.
Он просто показал, а, ну так и сказал, что ты телефон подогнал, пошел. Да к нему надо его подписчики подогнали. И все, и пропил. Женщины подогнала ему. Любимая, блядь. Все, а он пропил его, да, значит? Ну, вместе пропили-то, нет? Не, я вообще, он мне показал, и все. Я тут на помойке свой нашел. Сим-карту поставлю, и все, и работает. Бля. Я вчера на помойке нашел. Пусто. И тут же подъезжать на велосипеде. Телефоны попадают, мужики, нет. Да я вот только что нашел. Еще два дома рабочих лежат. Ну на одном батарее хуево. Продал? Продал. На сколько? Да, сотню дома. Да а куда мне его? Он выдвижной такой. Ну. Выдвигается. Так бы с Рыжим созванивался бы хоть. Да, у меня есть дома их 5 штук лежит, нахуй. Все остальные всякие. А что не продаешь-то их, блядь? А кому? Куда? Адрес вчера сказали, дали в сады туда продавать. Бульдогу давай, бульдог, знаешь, где продать, нахуй. Он пропьет, нахуй. Пару шкалей. Гагарин молчаливый сюда сегодня, блядь. Наоборот. Разговорчик? А, соскучился по общению. Бульдогу дал мой санки с металлом, нахуй. И не санки, не металл, и не бульдога, нахуй. Ну, раньше вас это губернатор наебал, а губернатор умер, так. А, губернатор, нет. Блин, жалко губернатор. Он умер, губернатор. Чё? Загнулся, ну, я знаю его, здесь вот на лесной. Не надо пить, блядь, кофе, блядь, с водкой, нахуй. А, водку. Сердечко. Ну, он любитель. И кофе еще, да? Кофе запивает, нахуй. Дебил, блядь. Он не запивал, он просто, он прямо в горячий кофе спирт наливал, вот и все. А как же. Придурок, блядь. Свои ребята там у них, свои приколы, блядь. Нахуй, блядь, мотор выскочит, нахуй, блядь. Даже и водки не надо, блядь. Да. Если еще с похмельем, нахуй, ни чай, ни водка не канает вообще, нахуй. Вот чисто, блядь. А дед бы, блядь, паскудник выбросил бы бутылку прямо здесь, блядь, бы, нахуй. С лимона кислотой. Вот, это вещь, нахуй. Чё, сахар. Что там у тебя? Еще лучше, нахуй. А это хуйня полная, нахуй. Ну дай кому-то вторую, пускай хуйня. Я ее мне выпишу. Блядь. Вон мусорка. А это у них, блядь, там мусорище, блядь, там, ебать. Ну, свалка мусора. Не, здесь приходил, блядь, здесь мужик на иномарке, этот, блядь, хуя ковыряется с этого, мусорки собирает. Вот он три раза подъезжал. А там что можно найти? Вы уже там все перенашли, блядь, да? Там... Сука, у вас видите, на иномарке даже... А это он там в кустах сидел. Ну, мы поняли, ты вышел-то из кустов-то, блядь. Ты как, блядь, партизан, блядь. Ну, так он старый партизан, блядь. Сталин. Только, блядь, кепка синяя выдает тебя, блядь. Ну, вот только кепка появится в ДПР, все старый, нахуй. Пулин, давай. Да я не нашел, что ли, где-то? И на стопике, там, на стопике взял. На стопике там хуйчо найдешь. Нет, это, в доме можешь. Где кепку-то взял? В городе. В Жириновске приезжал, поди, нахуй. В городе. Ребята, мы не рекламируем, мы не политикой не занимаемся, дед просто паскудник. Я не паскудник. Ну ты видишь, ЛДПРское отдел, блядь. Я же, чтобы голосуй, от, блядь, от солнца. Ну ты пока на камеру переворачиваешь, чтобы не видно было, то, блядь, скажешь, что политикой, блядь, занимается дед, нахуй. Ну, в политику пошел, блядь. Да, ЛДПР. Но. Ну что там, давайте разгоним, по кругу загоняем. Да, да. Вот такие дела, нахуй, да, дед? Ебало, это топик. Почему? Голодный край. Да тебе хули, дед, блядь, ты чего не ешь, какая разница, блядь? Но. Голодный, не голодный, блядь. Но. Сейчас хоть мужикам по 50 рублей дам, блядь. Надо, держи тебе. Так. Очень большое спасибо. Комар, блядь. Я тебе сейчас тоже, блядь, тебе потом дам, блядь. Держите. Там, да. Ребятушки, кошелечки, ссылочки в описании. Спасибо, будут. Спасибо, хоть скажите. Спасибо. О, блядь. Подпишите, да. Мы вас благодарим от души. Вот и все. Хуй паху, паха, все, паха. Подписчиков нужно благодарить. Да. Подписчики, да. Это у нас... А сегодня, кстати, это... День морского флота. Ух ты. Нет. Да. Чего лишь? Да. Нихуя, а что без флагов-то, блядь? Да. Вот. Руки, нахуй. Вот всех моряков поздравляю. С днем морского флота. Комарик, тебя со Свердловска тоже с днем морского флота. А комарика, блядь, с Асбеста, нахуй. У меня со Свердловска комарик. Мы с ним на Ивделе вместе были. Как он на тройке? Что у него 8, что у меня 8, на двойке. На двойке, на однерке. На однерке вначале, потом на двойке. Там двойка, однерка, они. Я на однерку поднялся, еще усиленный был.
Я на тройке был. Потом Бурмантова. Сразу захотел? Потом на тройку. Кого я? Не хочу слушать эту. Тюмарик у меня в морфлоте служил. В этой подводной лодке. Ну ты понял меня? Грудь на растопашку. Я понял тебя, хорошо. Зимой и летом похуй. Я не понял, что ты? Всегда грудь на растопашку. Ну все, за тюрьма надо, ёба. Давай лучше про помойки нахуй, да, дед? Конечно. Там веселее, блядь. У цыгане лучше. Надо было тебе вчера. Навоз, блядь, таскать нахуй. Да. У тебя не нравится, понравилось? Хуёво ходил. А я там не был, нахуй. Ходил вот такой. Кто, ты? Да, понятно. А ты где, блядь, напился? Слава богу, что ты это. Я не буду. Мне больше всего сил хватило только до мира. Хотел, все. Мешок дальше уже нести невозможно. Я не пойду. Я хотел, там, блядь. Я разместителя провода, сковородки эти люди. Куда? Уже дальше не цыгане. Цыгане. Я а что, блядь, на лошадях катался на хуле? Ты катался на лошадях, Никола, нет? Я за ворота даже не выходили. Да? Они не выпускали лошадь. Я говорю, это не то. Боялись, блядь. Бля, Никола, ты хочешь, они боишься, что поймают опять вас? Да мне похуй, как поймают, тебе нахуй пошли. Лучше пускай убьют, блядь. Магнитофон воткнули, и вот один раз. Телефон. Не, Никола, сейчас вас увидят, видишь, многие, так что они сейчас вас будут поаккуратно уже. Они не будут вас... А это, блядь, там пиздец проводят. Не, они наоборот не придут сейчас уже, они все равно скажут. Я говорю, что вы охуели, а мы что-то будем слушать с вас. Ладно, ладно. Они могут. Да, дед? На Рехтинске. Там мало. Как дела-то у тебя, дед? Вот так, чики-пуки. Во, скажи, у меня во. А я чё? Чё, блядь? В бане, когда мыться надо было бриться, нахуй. Станки были, нахуй. Не буду я бриться. Я там танцевальную эту площадку готовлю. У тебя борода будет, как у этого, ходит-то этот. Дурачок ты как. Потом Паха тебе Иисус на планшете который... покажет, нахуй. Да, дурачок с сумками. Там больше здесь, Сашка, живёт. Нет, Андрюха... Да. Борода, бля. А где Андрюха. Он? А где он, кстати, видите его, нет? Он на 85-м. Ну, да, 8... где там? А где там? Тут там, бля. Да я не знаю. А почему комар, говоришь, дурачок он? Ну, его по башке и ебнули, нахуй. У него башка съехала, и он ходит, вот так приходит, мне, это, пятерочки. Вот столько бутылочки у него, там, водки или что он там собрал. Он говорит, давай выпьем. Я говорю, что ты выпьешь, там глоток, ну, пей, ты же сам. А, бля. А он ёбнутый, не похуй. Да хуй, бля. Ладно, что, пивните, да мы поедем, я вам пузырёк вам мужикам вам дам, а вы, дед, с рыжиком поскакали нахуй. Блять, такое слово для Николы поскакали, наверное, блять, страшное, да? Где? Сразу, блядь, говорит, блядь, цыгане вспоминают там, где они, блядь? Ладно, Никола, что, берегите себя, аккуратно в плен не сдавайся нахуй. Все, да, давайте, чао, какао, увидимся. Давай. Давайте, пока. Всем привет. Чао, поливайте фикус. Давай. К цыганам больше не уходи нахуй. Не. Прекращайте цыганские... Слышь? Колян. Цыгане там повешают и скажут, где Колян-то у нас? Надо искать в ответ срочно. Заработки все встали нахуй, говно никому кидать, блядь. Его собирать надо. Все, ладно. Ну, собирать. Гагарин, пока, Хамар, пока. Давай, мужики, пока. Нормально все. Спасибо. Давайте, пожалуйста. Все нормально будет. Все, давайте, пока, мы поехали. Серый, пока. Главное, чтобы на душе кошки не скребли. Ну, бля, бульдога искать сейчас, поехали, бульдога. И весело. Ну все, бульдогу, голубу, привет. Хорошо, давайте все увидимся, давайте, пока. Ну все, ребята, поехали бульдога искать, да. Деда забрали, поедем на рыбалку. Посидим, по рыбачу удочку взял. Рыбалку? Да. А у меня удочки нет. А ты на член будешь, блядь? Леску привяжем, нахуй. У тебя же все равно не стоит. Какая разница, блядь? Пускай хоть так сгодится. Ладно, ребята, это будет другая серия.